дорогие друзья, топ-сад Владимир Самородский. Горячая пора, не успеваешь многие дела сделать. Вот у нас получился сельдерей, который мы пикировали, сажали, и он собрался очень хорошо расти, но не было времени посадить грядку. Честно говоря, много других забот. Так мы сделали переносные грядки, которые перекировали его вот в такие грядки. И он прекрасно растет, и теперь мы его можем спокойно кушать, получать из него настоящий заслуженный результат. Поэтому пробуйте, применяйте самые различные находки, которые только могут помочь вам. Экономьте время, помните, что... В саду 80% работы делается самонапрасным. Используйте возможности, которые вам предлагает природа и мироздание. Любите себя, любите свое дело. Делайте свой сад настоящим ранчо. Владимир Самородский, топ-сад. Смотрите нас ВКонтакте, топ-сад, топ. Удачи на даче.